У нас второй съемочный день, но прежде чем приступить к съемкам, у нас есть небольшое дельце. Как там говорится, в рамках подбора перекупщины вот такая цешка приобретается в рамках, понял, в рамках. В идеальном состоянии машина, просто жесть. Для такого года... Небольшое лирическое отступление. В рамках подбора нашли вот такую цешку. Это просто в идеале. Владимир, можете сказать что-нибудь? Я в шоке вообще. Это просто я бы с удовольствием сам по себе. Да, да. Это та самая история, которую все рассказывают, но никто не видел. Человек отдал нам машину на полном баке. Он в ней никогда не открывал окна. Один владелец 80 тысяч пробега с состоянием. О, вот это охуенно. Обрезаем пару молний, отслюнявил апостол Павел, инкассаторы.